Привет всем! Сегодня мы будем говорить о походе за Мартин. Сначала вот нам нужна пилочка 150 мм. Начинаем со снятия. Дальше нам нужен жидкость для гель-лака. У меня вот такой антишеллак, и мы его снимем гель-лаком. Еще вата и фольга. Просто домашние. Я взяла примерно на мои 5 пачков. Только. Ну, вы сами можете ориентироваться. Проверяем. Прошло 5 минут. Начинаем с этого пачка гель-лака. Вот. Теперь делаем овальный. Так, немножко вот так делаем. Среднезернистой пилочкой моделируйте полуовал с обеих сторон, совершая движение от боковых точек к центральной. От того, как подпилить ногти овальной формой, зависит не только внешний вид, но и их здоровье. Поэтому движения должны быть точными и направленными только в одну сторону, с обеих сторон от края к центру. Мелкоземлистой пилочкой аккуратно скруглите край центральной точки и всю поверхность, получив идеальные овальные ногти. Сполосните руки теплой водой, после чего аккуратно нанесите увлажняющий крем. Помыли руки. Вот такие. Теперь рекомендую вот этот для крем для рук, даже вот Hand and Nail Balm, очень классный, всем рекомендую, просто perfect на все сезоны, потому что он сразу впитывается и не остается вот как.